На вселенских исадах зарождается механическая жизнь. Звучит как фантастика, ведь покореженный арматурами бетонный скелет в народе давно окрестили памятником разгильдяйству. Призванный заменить рынок, торговый комплекс здесь так и не открыл свои двери, а территория вокруг долгостроя превратилась в мертвую зону. Где-то через месяц пережитки прошлого окончательно уйдут в небытие. Мы занимаемся промышленным сносом, то есть для нас это труда не составит убрать. Если останки каркаса раздробят для муниципальных нужд, то что делать с территорией, решит общественность, в том числе и горожане. Один из вариантов благоустройства предложил в Рио губернатора. Вполне вероятно, что можно это использовать для постройки жилого дома. Нам с вами аварийное жилье нужно будет переселять. Промедление – тенденция для некоторых городских пространств, в их числе улица Яблочкова. В октябре исполнится год, как на обновленной магистрали должны были завершиться все ремонтные работы. Контракт в итоге затянули аж до января будущего года. Глава региона отреагировал. До ноября месяца будут завершены работы по благоустройству улицы. Вот, и начнутся работы по установке остановочных пунктов, со следующего года начнется процесс озеленения. По новой дороге на новом транспорте. Работу одного из синих автобусов глава региона оценил лично, проехав, как добросовестный пассажир, не бесплатно. За проезд я заплатил 24 рубля за один билет. Со мной было 16 человек, умножайте. Не исключено, что новую партию синих автобусов, которую регион может получить в перспективе, пустят до областной детской больницы. Медперсонал пожаловался на неважную транспортную логистику в районе учреждения. Глава региона пообещал рассмотреть просьбу. Заодно ознакомился с проектом нового семиэтажного корпуса почти на 300 коек. Он расположится рядом с действующим зданием. Выкладываемся в сроки? Сроки, да, выложимся. Я вас прошу тогда жестко контролировать сроки выхода из проекта. Экспертиза тоже в этом году будет завершена? Да, в этом году. То есть в следующем году и там на следующий бюджетный цикл мы можем запланировать средства уже непосредственно на строительство. Новый корпус позволит объединить все подразделения больницы в одном месте. Сегодня они разбросаны по 4 адресам. Ввод здания в эксплуатацию с учетом закупки нового оборудования сделает медицинскую помощь более доступной и современной. Артем Лепехин, Игорь Нефеденко, Центр новостей.